Государственный флаг – один из официальных символов страны. В России это бело-сине-красное полотнище. Его история началась более 300 лет назад – на флоте. Впервые он был поднят на первом русском корабле «Орел» в царствование Алексея Михайловича Романова. Как именно тогда располагались цвета на флаге, неизвестно. Сейчас корабль можно увидеть на юбилейной 3-рублевой монете. Позже Петр I определил порядок горизонтальных полос и издал указ с требованием поднимать такой флаг на всех российских торговых судах. В 19 веке Александр II ввел новый флаг с черной, золотой и белой полосами. Он просуществовал почти 25 лет, а перед коронацией Николая II вернули петровский триколор. После революции флагом новой Российской Социалистической Федеративной Советской Республики стало красное знамя с золотыми буквами – символ героической борьбы народа. А уже в Советском Союзе аббревиатуру заменили на серп и молот с пятиконечной звездой. Исторический триколор снова вернули в августе 1991 года. Эти цвета были выбраны не случайно. Белый символизирует мир и чистоту. Синий – веру и постоянство, а красный – энергию, силу и кровь, которая была пролита за нашу Родину.